прозрачном небе звучал хорал. Давид играл, Господь внимал, и оба улыбались, торжествуя. Все было так, услышь, очнись, полтона вниз и сразу ввысь. Блаженный царь слагает «Аллилуйя! Аллилуйя! 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 Аллилуйя!» Кто верит, верит, наград не ждет, но вышла дева из пенных вод, и через миг сам лев от поцелуя. Ты вогнан в мелкий мир обид, твой трон разбит и лоб обрит, а скуп твоих сорвали. Аллилуйя! 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 От страсти языком, как прежде, о любви тебя молю я. Мой щит все так же на вратах, но замок обратился в прах, все погибло, все разбито. Аллилуйя! Аллилуйя! Большое вам спасибо, что пришли. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить Оксану за предоставленную возможность и Зою за большую поддержку и нашего звукорежиссера за прекрасный, комфортный, удобный во всех отношениях и для меня, и для зрителей звук. Спасибо большое. А теперь можно идти куда-нибудь, например, домой. Спасибо. Все? Да, в отношении дисков. Вот они, вот я.